Всем привет! И перед началом этого видео поставь лайки и подпишись на мой канал. Ну что ж, поехали! Сегодня у нас челлендж слайм. Мы будем записывать на листиках вот все мои слаймы. Я их сама делаю. И вот. Это я кидать не буду. Так. И мы будем записывать на листиках, какой слайм больше тянется. Ну что ж, поехали. У нас сегодня челлендж слайм. Мы будем, у нас есть ручка и листик, и я буду записывать, или Лиза будем записывать, какой больше слайм мой тянется. Я их сама делаю, если что. Ну что ж, поехали. Так. Берем первый слайм, давай растянем. Какой думаешь? Вот это вот оставим напоследок. Давай самый большой оставим напоследок, а сердце сейчас. Окей, тогда самый маленький вот этот. Угу. Хотя нет, я не хочу его. Ну, он хорошо. Сильно липнет к рукам. Давай тогда наберем вот эти вот. Давай. Давай, на. Он плохо тянется. Самый маленький. Стой. Очень сильно тянется. Ну да, самый маленький очень мало тянется. Давай еще. Давай лизуны уберем, потому что это челлендж слайм. Теперь, то был синий, он очень плохо тянется. Берем мы такой фиолетовый, он средний. Давай, на, держи. Блин, он тоже плохо тянется. Но лучше, чем тот. Будем записывать, какой больше слайм лучше. Лучше и... И давай худший самый запишем. Давай. Я или... думаю, самый худший это вот этот красный маленький. Или их может быть несколько. Давай сейчас я запишу самый худший. Маленький красный. Он плохо тянется, и мы не хотим это. И он очень сильный. Так, я отложу. Так, давай тянем этот. Или мы уже тянули. А, мы это тянули, точно. Так, давай теперь средний. На. Так, аккуратно он сейчас порвется. Блин, эти тянутся. Плохо тянется. И бусинки рассыпаются. Ну да, если бы не бусинки, было бы лучше. Так, ну выбирай какой. Давай этот. Давай. Это, кстати, Владика с нами. Так что можете заказывать у меня слайм. Давай. Я приколюсь, если он здесь растянется. Класс. Он лучше растягивается, чем мы себя растягиваем. Ну ладно. На видео. Черные. Черные. Так, бери какой. Кстати, я сделала маникюр. Маникюр, маникюр. Вот, если видно. Класс, да? Так, теперь я отложу. Так, самый худший написали. Этот. Какой сейчас? Я думаю, что... Давай сделаем, который я вчера делала. Я видела вчера. Вот, мы берем вот такой слайм бирюзовый. На, давай. На, давай. Ну, он лучше, чем все, скажи. Да, но... Сейчас, если мы рассадим все, мы посмотрим, какой... Да, только громче говори. Я думаю, он, у нас будет три места. Самый худший, средний и большой. Давай. Это вчерашний. Ну, я просто напишу вчера. Давай позавчерашний. Ну, маленький. Фу, ну, он маленький не сильно тянется. Давай тяни. Вода. Фу. Ну вот это прикольно. На самом... Худший, наверное, тянется это красный и вот этот. Да. Но ну, красный самый худший. Ну да. Но мы его не растянем. Все равно. Ну уже знаешь, он плох. Ой.
Теперь мы берем вот такой. Он с бусинками или бисером. Нет, бусинками, короче. Ладно, кидай сюда. На, давай, держи. О, боже. Что-то у нас лучше он расстегивался, чем сейчас. Да. Ладно. Давай, ложи. О, давай расстегну твой слайм, который ты у меня купила. Лиза у меня такой слайм купила. Здесь розовый с блестками. Что ты так смотришь на меня? Давай растягивать. Он сам больше тянется, наверное. Мне кажется, твой лучше тянется. А ну давай, берись. Фу. Вот он классно тянется. Да, Лиза? Угу, поэтому я его и купила. Он очень красивый. Так, фу. Невкусно из этого. Ну, да, понятно. Я хочу попить. Ты... У меня на ногте, блин, после черного этого. Черное осталось. Угу. Я здесь. Потому что тут пить, по-моему, нельзя. Блин. Давай. Ой, с блестками. Пить можно, воду можно пить. Да, можно? Mm-hmm. Ну ладно. Это фанта. Ну, все равно. Лучше был вчерашний мой, скажи. Это вот этот. Давай. Так, теперь давай разделим. Давай вот этот. Да. А вот эти вот два остальных. Я думаю, это тоже классно тянется. Ну, типа такой, как у меня, только другого цвета. Да. Да нет, по-моему, твой лучше больше все равно. Да, твой был лучше. Так, теперь давай. Ну, я их все равно делаю, чтобы они не тянулись, а прикольно хлопали. Да? Угу. Давай не будем. Шо? Потому что давай это, напоследок он возьму. Рассыпется горный. Давай на напоследок. Ну окей. Вот он у нас еще вот самый маленький. Не самый маленький. Почти. Ну, он тоже прикольно тянется. Ну, маленький. Ну все же. Так, подожди, я тут уже без ничего. Здесь у нас. Не, он с блестками. Здесь у нас бардак. Вот. Ой. Вот у нас бардачище. Вот, мой целый диван в этих слаймах. Ой. Так. Вот. Давай. Сейчас. Я уберу. Так. Лиза! Шутка. Мне больше нравится их вот так же макать. И они типа пердят. Они такие приятные. Да. Ладно. Ну, вообще, он прикольный, больше, чем твой растягивается. Просто слизи невозможно растягивать. И теперь... Подожди, мы еще этот забыли. А. Ну, вообще, ладно. Вот такой на всю мою эту. Мы сейчас руки будем песней его мыть. Опять. Ладно, давай, держи. Зато его можно использовать в качестве мыла. Но он больше, чем твой растягивается. А мы его так не растягивали. Капец. Ну, наверное, самый большой этот, а этот. Да. Ну, потому что его больше. Ну, мой тоже неплохо тянется. Твой, если без этого, твой самый больше тянется. Давай уже потом, по-моему. Хотя они сейчас... Может, не будем. Смотри, мы брали его, он уже слепился. Ну, это, наверное, я знаю, какой самый худший. Наверное, этот самый худший тянется. Он больше тянется, чем маленький. Давай. Все, хватит, Лиза, я потом его не сложу. Да, уж. Зато он красивый.
Блин, я не могу. На ощупь так себе. Ну да. Честно, когда его берешь, он еще такой формы, знаешь, как вот это мясо вот сырое, вот эти вот стейки сырые. Да. Ну, вообще, если не считать твой, тогда бокс слайм вот это выиграет, вот. Так, вот, смотрите, мы уже определились. У нас есть 3 места. Так, сейчас. Вот я с Лизой, думаю, определились. Вот, этот самый худший. Мы его не проверяли, потому что мы уже знаем. Вот этот самый худший. Это средний вчерашний. Сейчас. Вот. Он самый прикольный. И цвет бирюзовый классный. Так. А вот этот самый лучший. Потому что он очень классно тянется. Ну и очень классно липнет к рукам. Ну не сильно, просто он мокрый. Вот так. Всем пока, ставьте пальчик вверх и всем пока-пока. Лиза, будешь мне теперь помогать это все убирать, а Лиза? Хорошо, беру. Все.